Так, всем привет, с вами Назар. Я сегодня покажу вам, как очистить реестр, будет небольшой обзор. Это бесплатно, программа бесплатная, и чтобы очистить реестр. Ну, мне многие задали вопрос, как очистить реестр, у меня компьютер подлагивает или зависает, не знаю, ну, всякие. У меня были, да, у меня тоже были проблемы с реестром, ну, которые остаточные файлы остаются в реестре. Ну, скажем, по-короче, да. Чем чище ваш реестр, тем лучше будет работать ваш компьютер. Ну, сразу переходим к делу. Зайдем в браузер. Я ссылку оставлю в описании для загрузки этого программы. Ну, тут напишем, что Vice Cleaner, вот Vice Cleaner. Ну, не точно. Vice Cleaner .com. Вот открывается сайт, то есть. Вот Vice Registry Cleaner. Stabilize and speed up your PC. Ну, это вот так. Жмем. Ну, по-английски тут написано. И тут есть free download. Ну, то есть скачать бесплатно. Жмем на free download. Идет загрузка. Ждем немножко, чтобы загрузилась программа. Ну все, программа загрузилась. Закрываем браузер. Зайдем в загрузки. Тут есть эта программа. Запустить. Жмем «Да». Вот. Welcome to the Vice Registry Cleaner Setup Wizard. Ну, нам это открывается такое окно. Добро пожаловать. Ну, Vice Registry. Ну, не знаю, по-английски написано. Я понимаю, просто переводить не могу. Ну, жмем Next, то есть далее. Тут есть. Я принимаю лицензионный, ну, этот. Жмем на этот. И жмем далее. Если вы хотите установить программу на C или D, ну, жмем на Browse. Тут есть D или есть C. Просто нажимаете на локальный диск C или на D, и все, окей. Все, оно будет на D или C. Я просто буду его устанавливать на C, потому что все программы у меня в C. Жмем на далее. Принимаем и установить. Убираем эти галочки. Это одного. А тут уже написано, что Launch Vice Registry Cleaner. Запустить Vice Registry Cleaner. Да, жмем на Finish. Убирайте это одного галочки, и этого можете убирать, и финиш. Все, запустим программу. Жмем «Да». Кажется, это ваш первый запуск программы. Рекомендуется сделать полное резервное копирование реестра
Хотите сделать его сейчас? Нет, я не буду. Тут есть быстрое сканирование, глубокое сканирование, область. Я не область, не понимаю, что это такое. Не пользовался сетом. Всегда сделайте глубокое сканирование, чтобы программа находил все это. То есть, что есть в вашем компьютере, то есть зубы, что-то всякие. Жмем на глубокое сканирование. И идет сканирование. Может быть, у меня не находит этой ошибки, потому что я каждый день очищаю. Еще раз повторяю, как чем тише ваш компьютер, тем лучше будет работать компьютер. Идет сканирование. Подождем немножко. Вот, пути программы. Найдена ошибок 3. 3 ошибки нашел. Вот. Вот это желтые все ошибки, которые он нашел. Тут есть на программе, то есть нажмите на исправить, и все, очистка завершена, 90 найдено ошибок, 90 исправлено. Вернуться, и еще раз нажимаем на глубокое сканирование, и еще ждем пару минут, чтобы посмотреть полностью, очищен ли или как. Программа хорошая, я давно пользуюсь сетом, с этой программой. Проблемы пока не было. Компьютер работает хорошо у меня. И вам рекомендую установить. Ну вот все, не нашло проблемы такие. Вот еще две проблемы, ошибки. Все, всегда очищайте, то есть два раза компьютер, то есть чтобы что это установилось. Не знаю. Ладно, потом удалю. Есть оптимизация. Тут есть, если хотите оптимизировать ваш компьютер. Оптимизация предварительной выборки параметров Windows для увеличения скорости загрузки. И все оптимизировано. Тут и вы можете оптимизировать ваш компьютер. Сжатие реестра. Весь не дефрагментируем. Рекомендуется произвести дефрагментацию. И вы можете дефрагментацию сделать. Если я сейчас буду делать это, компьютер будет зависать, потому что я сейчас снимаю, поэтому. И есть регулярная очистка. Нажимаем на ON, то есть включить. Еженедельно, то есть ежедневно. Установите время, когда хотите. 12:00 я сделаю. И нажимаете тип запуска здесь. Нажмите на ежедневно и время. Нажимаете ОК. И все. Будет ежедневно, то есть программа сам будет запускаться и очистить ваш компьютер. С этой все. Надеюсь, вам обзор понравился. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, что вам не ясно. Буду помогать. С вами был Назар. Подписывайтесь на канал, еще раз говорю. Всем спасибо за просмотр. Пока.